самка гепардов отправилась на охоту. Малыши остались без присмотра. Неподалеку проходил прайд львов. Удачная охота пятнистой кошки превратилась в неудачную. Ей пришлось отдать свою добычу огромному льву. Но и на этом неудача не закончилась. Ее малышей почувствовала львица и направилась к ним. Матери пришлось принимать отважное решение и вызывать хищницу на себя, чтобы увести ее от детенышей. Малыши спасены.